Итак, это вторая часть. Продолжаем выживать в Seven Days to Die. Всем привет. С этой Камикадзе и друг мой Чукабадавр. Ага. Следи, следи за этим, а то они поднимаются. Ты видел, они прям по стенам поднимались, тебе им пофиг, на все было. Единственное, что я хочу сказать, может поломать эти доски пока. Намутить. Даже плитки облицовочные, представляешь, крафтятся в отдельную, оказывается. Что? Тут плитки облицовочные на домах, походу, тоже отдельно крафтятся. Давай самый верхний пока ломаем, да? Да. А, ты немножко не тот ломаешь, но ладно. Да. Ты видишь лут? Я лут пока не вижу. А он внизу. О, слушай, они тут снизу бьют, ой, снизу бьются уже. Ладно, главное ночь пережить. А где? У меня опять счетчик сбросился. Счетчик выживания. В смысле счетчик? Ну, у меня показывает, что я один день живу. То ну, есть вот тут после смерти снова он обнуляется. А, может быть, кстати. Вот я видел, чел как-то... А, может, надо вдвоем было жить? Нафиг знает. Знаешь, что давай сделаем? Вот в этом доме мы и окопаемся. Я тут... Ну, долго тут нельзя. Кстати, они уже сейчас прорваться будут. Да почему нельзя-то? У тебя есть еще что-нибудь заложить? А то они снизу сейчас пройдут и... Пипец. О. Sleeping bag. У тебя sleeping bag остался? Да, я его убрал. Нет. Отлично. Нет. Нет? Я его вроде убрал, а... Так, окей. Уж я не вижу. А, нет, лут не вижу. Давай здесь окопаемся все-таки. Ну долго тут нельзя ковыряться. Ну до определенного момента. Я свой мешок кинул. Давай, я тебе сейчас кину. Ты поставь свой. А как ты его сделал? Ой. Ну спасибо. Слушай, смотри, они кверху поднимутся и пипец будет. И потом открываешь карту, вот у тебя там будет этот беленький домик, на него левой кнопкой мышки, чтобы мы на нем спавнились. Беленький это будет домик, наше пристанище. Не вижу никакой белый домик. Ну, М нажми. На наши эти наведи, на наши стрелочки, там будет беленький домик, еле видно. Ну, просто кликни на себя. Правая кнопка мыши или что? Нет, левый, левый. А, левый, вижу, кружочек появился какой-то. Скрэп металл из чего-то можно сделать. Это что, это типа там, где спавниться мы можем? Да, это место спавна. Слушай, давай сбоку ломать вот здесь вот. А зачем? Доски, доски, надо дубинку хотя бы сделать. Так. Я тут разбираюсь, пока что скажу. Ощущение, как будто они на крыше. О! Нет. Доски упали. К счастью, это лишь ощущение. Я надеюсь, ты мне поможешь. Да я тут с крафтом разбираюсь. В этом все дело. Мы ж потом без нормального крафтинга не выживем. Интересно, ничего. Есть такое понятие, как физика, если мы, допустим, по бокам все разберем и будет на одном блоке все держаться. Физика О. есть, нет? Не знаешь? Вроде бы нету. Такого тут. Так, слушай, я металлолома сделал. Я сделал металлолома. Теперь можно Что это и стен. Ну, я скрэп металл, металлолом, из него можно всякое разное это крафтить. И металлические двери, и слитки всяческие. Мне не слитки, мне нужно. О! Это что такое? Short metal pipe. Что такое пайп? Это какие-то там дудки, я не знаю. Ну-ка, а что за стенка там? У меня есть мил. О, Кон... слушай, я могу делать эти металлические блоки. Погоди, с блоками. Интересно, нам. Долго они держат. И Блин. Теперь дверь. Топор создать, чтобы топор нужна просто вот эта деревяшка. А как деревяшку-то создать? Чтобы создать деревяшку, нужно для начала взять эти пни. О, у меня и пни пропали, прикинь. А вот у меня, кстати, тоже. Мне кажется, из-за того, что игруха вылетела, весь прогресс откатился. В
в связи с этим делом. Iron, Paper, бумага, Reinforced Metal. Слушай, я не разбираюсь, Scrap Metal. Что это вообще такое? Это окно крафтинга. Скрап металл — это металлолом. Как раз то, из чего делаются всяческие металлические предметы. Ты сделал что-то себе, не? Как думаешь, вот что за фигня там наверху? Блядь, ну красавчик. Охренеть. Да, вы это видели. Жесть. Я, главное, смотрю на потолочке, какой-то кругляш висит, думаю, что это такое, вью, и тут вся крыша рушится. Слушай, готовься, я иду к тебе. Окей. Ах, я тут твой лут подберу, чтобы ты, если что, подошел, я тебе его отдам. Дверь, конечно же, они сломали. Слушай, блин, а слушай, я думал, такого тут нету. На одном светильнике вся крыша держалась. Ох, слушай, О, ёпты! Быстрей! Убирай! 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 Их там много! Закрывай! Закрывай быстрей! Охренеть, их там! Их там орала такая. Слушай, смотри, ты говорил, физики нету, видал? Лампочку разбил. Я тоже в шоке вообще. На одной лампочке вся крыша держалась. Дом разрушился. Слушай, их под нами там, я не знаю, ну где-то... Да, их что-то много. Штук надо 10, смотреть, да. Чтобы они пол не разбили. Значит, я подобрал у тебя вот эти вот штуки, забирай. И водички я у тебя подобрал. А, да, водичка мне нужна. Ух, жесть, слушай. А, кстати, что упало? Вот блоки упали, чего? А, кто знает? Я вообще без понятия. Ты что? Не подобрал ничего? Я ничего не увидел. О! Слушай, все-таки физика есть, я говорил про это. Да и не уничтожается эта штука. Должна. Слушай, либо у меня сейчас галюны, либо мне. А, не, галюны. Мне показался силуэт этой женщины в окне. Мы какой-нибудь сами пробрались. Реально, нужен топор. На одном свете. Ой, слушай, там шмель какой-то летит. Смотри. Меня не пугает. О! Бам! Слушай, ну падает, но нет ничего, то есть как-то... Вот это вот странно. Скучно, не падает. Слушай, а как выбирать, что где строить? Папер, бумага, а бумага для чего? Бумага? А! Из нее там... Нет, я не знаю, для чего бумага. Книжку ложишь, появляется бумага. Все, я понял. Кладешь. Да, а... Ну, зачем? из книжки... Шмель! Ёлки, твою мать, блядь. Он тебя бьет сзади. Бей его! А что? Так, в нем был этот... В нем банка меда была, да, прям в готовом виде. В шмеле. Ой, че это ты сделал? О, доски. Ты подобрал, да? Это скрап металл, этот металлолом. Из него вообще там есть металлолом, есть жизнь. Интересно, если кирпич сломаю, не развалится ничего еще? О, кирпич. Подобрал? Слушай, тут как в этом, как в Майнкрафте. Ну-ка, а из него что можно это закрафтить, интересно? А ничего из него нельзя закрафтить. Вот так вот. Ну, помогай, давай, ломай ему. Время пока идет, чтобы окей. Хоть какой-то у нас был этот... Знаешь, звуки как в Текине третьем ударом. О, есть что? Нет, ничего. А, есть. А, вот. Дестрой. О, каменное что-то есть. Блин, звук такой, слушай, не под нами, жесть. Ага. Ты что ломаешь-то? Я не знаю, вот какой-то верхний блок. Окей. Я надеюсь, вся крыша не рухнет снова. Чуть такое подпрыгнул, главное. Блин, еще и света нас лишил. Это все так потухло, все потом смотрю, так баба. Слушай, мне надо попить, я там выдохся уже. А у меня жизни нет. Я пейнкиллеры приму, пожалуй. А, ну ты пережил, а я не пережил. Еле-еле я, блин, выжил. Я не знаю, чем убьем вообще, давай лучше левый бить. А из инвентаря что ли нельзя есть? Слушай, они что-то бьют. Они что-то бьют внизу тут. Кстати, посветлее стало чутка. Ну уже утро.
О, сила появилась, как дубаш. Сейчас, знаешь, что попробуем? Сейчас у нас скрап метал есть, дубинки нам хотя бы раздобыть. То есть нам, да, сейчас нам... светлеет, бежим, а деревья крошим, и надо реально протестить. Ну ты погоди, мы дождемся часиков в 8 утра, а то они же ведь все равно будут наши шайтане. Я не знаю, как мы будем выбирать. А, знаешь, что в полу дырку сделаем? Где-то у деревьев. Не, мне проще эти убрать. Диваны. Нет, я тебе говорю, их там немерено. О, прикинь, сломал эту и светло стало. Зря, на самом деле. Они могут друг на друга напрыгать и залезть. Проще в крыше дырку. Что ты сделал? Там собачка. Поставил собачек. Туда там, камень. Там собачка. Блять. У меня такие же эмоции. Ой, а он это упал. Охренеть, туда лучше не спускаться. Они нас хотят. Слушай, забирай мешки эти. Зачем? Лучше каждый это свой мешок возьмет, так поудобнее будет, по-быстрому успеем кинуть. Так не понял, его собирать или не собирать? Собирай, ладно. Пошли в лес. Блин, как его собирать? Да в лесу еще хуже. Не, пошли в лес. Так, давай, знаешь что, ты вышел на крышу? О, смотри, много кирпичей сейчас. Давай сломаем вот этот куб. Сейчас много кирпичей будет. Сам нижний ломай. Окей. Уже почти 8 утра. Где у нас ближайшие деревья? А вон вот лес прям сзади нас, да. Давай нижний аккуратненько сломаем. О. Ну ладно, ты подбирай. Я хотел по крыше бы. Ой, что это такое все белое? Это светло стало. Офигеть, я ждал, меня укусили. Блин, ну ты гений, когда решил эту лампочку сукнуть. Давай, пошли сюда. До того домика допрыгнем, не? А, нет, не допрыгнешь. Разобьешься, к тому же. Что, докуда ты там прыгал? Я пытался перепрыгнуть. Ой, блин! Ты умер? Я умер. Ёлки, я сзади, еле... сзади тебя подбери лут. Я еле живой, меня колбасит. Так, где я лута не вижу. Блин, вот. А, во. Нашел? Вижу. Все, побежали бегом в лес. Вот где я на карте, видишь, я побежал на юг. Да, Маргарита Алексеевна, добрый вечер. Так, что-нибудь бы лечащего. Зря, на самом деле, ты так убегаешь сильно. Так я говорю. Деревья долби, главное, деревья. Я вот сейчас посмотреть, что если будет. Палки сможем делать, но мы дубинками обзаведемся. Помогай. Так, сейчас. Водичку твою. Все, я сдох. Слышишь, как падает? Отбегай. Отбегай. Два дерева, что ли, упало? О-о-о. Так, сейчас я попробую там скрафтить что-нибудь. Если давай, попробуй, я пока ломаю, давай. Получается деревяшки делать? Так, да, вот есть какие-то power, pole, сегмент. А, это опора какая-то, я могу делать уже деревянные. И что-то четверть... А, лесенку могу делать теперь тоже. Да-да. Тьфу, ё-моё, я разрушен дерево. О, от березы много этого. Вот пора. Это вообще береза, да, эта тема. Мне... А, хотя водичку есть еще чуть-чуть. Передумала она, да? Вот, я кинул тебе, подбери. Нет. Так, подбираем все это дело. Ой, зомби, убегаем. Слушай, ну и что, вот у нас есть... Бежали на горку сюда, сейчас я буду крафтить, если что, я тебе объясню как, либо сам тебе накрафчу. Те зомбаки хорошо поднимаются. Так, я на горке, да, если что, ты меня прикроешь, я надеюсь. Ну вот, я тут дерево ломаю. Так, лог кэбин вуд. Значит, это у нас. Это я. А, вот у меня по линии, видите. Так, это есть.
Теперь транк, верч, тип, что-то. Слушай, пока что-то как-то неохотно этот делается. Ну, ты понял меня. А, доски делаются из 10 штук. Все, я понял. Доски делаются. Это как бы баррикаду мы будем строить. Типа того, да. Кстати, лучше березы с них больше, я так понял. Ломай, ломай, ломай. Так, ломаем деревья. Я это сейчас в стаке собираю. Кстати, нам знаешь что, сейчас не куб желательно, а наоборот эти. Ух ты. На чем это дерево? Интересно, делает? А если я сделаю вот так вот этот... О, форгинг метал. Нам поднимается упырь, слышишь? У меня оружия нет. Да. У меня патронов нет. Побежали куда-нибудь вниз, спускайся к дороге. Может, дерево сломай еще какое-нибудь, давай. Так, сейчас. Тут вдвоем надо работать, потому что одному медленно. Я тут просто пытаюсь разобраться с этой фигней, и она, блин... Ледер, метал, металлическая лестница, какая-то метал трассинг я нашел. Как это? Помогай, помогай, ломай. Слушай, я тут... Помогай, Данил, ломай, говорю. Да, сейчас. Соседний, соседний, я подбираю, ломай, ломай, ломай. Ты понимаешь? В общем, из 10 штук можно сделать 40 вроде было этих деревянных. Это как раз крепость, будем строить из нее как раз. Так, так. Я еще посмотрю, можно ли еще что-нибудь сделать. А, мне нужно вот это. Точно, мне нужен Iron Ingot. Из него вот это попробую закрафтить. Форгинг метал еще один. Металлическая дверь, какая-то корзина. Вот Power Pulse. Barbed Wire. Вот Planks, а это лог кабин. Так, это для кровати металлической. Repair Tool. Слушай, я нашел какую-то штуку, Repair Tool. Это ключ, что ли, гаечный? О, реально, я нашел, как крафтить гаечный ключ. Блин, ну как же делать-то? А это что такое вообще, не понимаю. Блин, надо реально как-то палки сделать. Чтобы сделать палку, нужна палка. Блин, бревно, надо знать, как бревно разобрать. Тут вообще муть какая-то. Так, блин, металлическая. Так, слиток нет, но слиток нам не нужен пока. Я какую-то коробку металлическую научился делать, я не знаю что. Ну слушай, тут в общем крафтить, да крафтить, как в Майнкрафте прям. Ага. Short metal pipe. Ой, ё-моё, плайвуд, что такое? Я так, sectional arm. Что это такое? Я нашел, как делать палку. Как? Тут этих нужно плайвудов поставить 3. А тут уже можно заточенные палки делать, всякие эти сундуки, фонарики. Покажи, 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 где ты. Как сделать? Так, погоди. О, sharpened stick. Скажи мне, как сделать эти. Кого? Палки. Ну смотри, ставишь этот wood planks, значит, из него делаешь plywood. Погоди, wood planks, ну, сделал. Ну вот, потом ставишь plywood и получаешь палки. А, plywood, а потом из них разбираешь и палка будет, да? Да. Sectional middle, wooden shingles какие-то, что-то такое, wooden shingles. А, во, слушай, вообще ништяк. А теперь смотри, теперь делаем этот. Storage chest, что-то такое. Ай, надеюсь, это... Wooden clip, это не арбалет, надеюсь? Нет.
Wood Farm, Fence, Sectional Corner, какой-то... Speed Club, это что такое? А фиг знает. Я просто помню, их делали вот так вот, ложили. И по бокам железо. Слушай, как тут какие-то у меня Iron Reinforced. О, я дубину сделал, я был прав. В общем, палки ложишь, а по бокам металлическую эту. Все, у меня есть дубина. У меня есть 150 удара. Надо еще одну на запас сделать. Окей, а что они имеют в виду? Нет? Слушай, тут, конечно, история с крафтом, это вообще отдельная тема. Ой, ё-моё, я не знаю, где у меня есть. Что-то рядом кто-то урчит, нет? Блин, слушай, ну то, что 150 ударов, это маловато на самом деле. У тебя железо есть? Сойдет. У меня, да. Дай-ка мне. Момент, пожалуйста. Я... Так... А что дальше? У меня написано, что я могу сделать фонарик, но я не понимаю, как его сделать вообще. Так, фонарик. Spike Club, Wooden Club. О, Wooden Club. Ну что, так вот? О, я могу сделать дубину. Я дубину уже сделал. А Spike это что такое? Я только потерял, где я ее делал? Wooden Clip. А, у меня, видимо, не хватает этих, поэтому и пишешь, наверное, да? Слушай, дай мне металл чуть-чуть. Три штучки мне металл, дай. Я если случайно 9 выкинул, ты мне там это 6 вернешь? Окей. А то я 2, без 2, металла 3, тут не выжил. 4, 5, 6. Это тебе. 4 штуки, считай, да? 6 выкинуть. Ну, и как ее выкинуть? А, ну блин. Перетащить и просто выкинуть, что ли? А, ну да. Так, сейчас дубинку вторую на всякий случай зафигачу. Iron Reinforced Club. Так, ой, я вторую дубинку себе сделал. Я пытаюсь тут что-то сделать. Подбирай железо и пошли я. Кстати, 4 часа вечера уже. Да, блин, не радует. Я тут сделал какую-то это закаленную там металлическую. Смотри, какая. Чё? Ха-ха. Ха. Ну, у меня тоже такая же. Она. Не, у тебя с гвоздями вроде, да? Ну, металл, да. Пока. Ну. С гвоздями, она у тебя как бы. А у тебя без. А, Вижу, такая. Я просто, может, не... Слушай, сзади металл подбирай или я подбираю? О, я подберу. Пошли еще пару деревьев повалим. Давай берез больше. Слушай, тут, конечно, с этим, с крафтингом вообще такая... Помогай, Данил. Трудоемкая тема. Да где, блин? Я тебя что, вижу, смотри. Что ли? Меня же еще родные эти отвлекают. Уже 23 минуты просто чисто крафтим. Нам с тобой нужно забраться в дом, закрыть там все проходы на ночь. Я могу закрафтить это. Высокое дерево, давай, высокое дерево ломаем. Помогай. Да ты что думаешь, это что ли, мы битами сами не справимся, дубинами? Помогай, давай, ломай. Данил, ёпта, не стой. Ща, я тут тоже долблю дерево. А, тоже долбишь, да? Так. Самое высокое дерево где? Вот это самое высокое. В дом заберемся, дом. Это мы еще опять в доме будем пережидать? Да, у нас выбора нет. Ты же не хочешь умирать? Тогда давай чисто сейчас дровосеками пока побудем. Мы собираем это дело все. Ага. А там потом будем это. И потом, кстати, тогда я. Нам скрап метал нужен. Нам нужно следующий день посвятить лутанию города.
Ну, частично согласен, но я про то, что это. Можем уже где-нибудь небольшую эту строить. Убежище. Давай тогда ломаем сейчас. Так, ну ладно, в принципе, зрителям тоже, наверное, не очень интересно смотреть. В общем, чем этот день продлится у нас, мы вроде рассказали. Когда мы построим маленькое убежище, продолжим следующее видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока.